Победа у нас в крови. Капитан Гаджиага Исаоглу Гаджиев родился в 1911 году в азербайджанском городе Ханкенди. С началом войны принял под свое командование стрелковую роту 583-го стрелкового полка 103-й стрелковой дивизии. Дивизия в начале мая 1942 года в составе 6-й армии участвовала в наступлении на Харьков. С сентября 1942 года Гаджиага Гаджиев был направлен в 1041-й стрелковый полк 223-й азербайджанской стрелковой дивизии на должность заместителя командира батальона. Дивизия в составе 46-й армии приняла активное участие в наступательной фазе битвы за Кавказ и вплоть до конца марта 1943 года успешно наступала, освободив целый ряд населенных пунктов. В августе 1943 года дивизия участвовала в Донбасской наступательной операции. Капитан Гаджиага Гаджиев принимал активное участие в форсировании Днепра и освобождении левобережной Украины. С апреля 1944 года занимал должность командира батальона 839-го стрелкового полка 402-й азербайджанской стрелковой дивизии. Кавалер ордена Александра Невского Гаджиага Исаоглу Гаджиев был также награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Кавказа и за победу над Германией. Испокон веков азербайджанцы были воинами-освободителями. Сегодня армия независимого Азербайджана освобождает земли своих предков.